снег. Посмотрим, как там на море вообще. Он похож немного на цветок граната. Кира. Или не выбираюсь? Привет из прошлого. Сегодня 13 января 2024 года. Мы находимся в Батуми. И сегодня внезапно что? Выпал снег. Выпал снег. Шел такой снегопадик неплохой. Вот тут насыпало. Мы сейчас отправляемся к морю. И вот здесь тоже присыпало. Посмотрим, как там на море вообще. Самое интересное, что буквально недавно отцвела мушмула. И вот на ней лежит снег. Такие дела. Как это скажется на растении потом, не знаю. Снег. Море уже отсюда даже слышно, как бушует. Да и видно, вон там чайки летают. Прикольно. А на горизонте как будто вот там вот гроза бушует. Цвет обалденный, конечно. Здесь растет дерево. Я, кстати, не знаю, как оно называется. Может быть, потом титром дам. Вот цветы тут распускаются. Они очень такие оригинальные. А потом все это падает на землю. И вот, например, более-менее какой-нибудь плотный взять. Такой цветочек. Вот. Он похож немного на цветок граната. Он очень плотный лист. И внутри, видите, такая коронка. Вот они опадают. И что ж потом такое получается вместо них? Не знаю. Но красиво. Вот Варенька насобирала красивые цветочки. Мы как-то их маме принесли, но правда они потом плесенью покрылись. Нам нравится. Да, посмотрите, какие волны у нас здесь огромные сегодня. Вот наш пирсик. Я на него хочу идти, Варюк немного боится. Может быть, ее уболтаю все-таки. Огромные волны. А что он оттуда начинается? И там Батуми. Что там у тебя, Варь? Съемки? Мы спустились к пирсу. Здесь волны обалденные. Хочу немного с краю, ну немного, короче, влево отойти, чтобы наискосок пирса снять. Посмотрите, как она пробивает просто опоры. Волна. Обалденно. Пойдем, дочунь. Нам предстоят великие дела. Буквально вот до этого перевернутого уступчика. Варюху оставил тут подальше, а сам хочу подойти вот сюда. Добивает. Блин, какие же тут волны, просто обалдеть.
огроменные. Так, а моя задача вот сюда подойти. Оба. И вот здесь заснять. Меня вода окружила. Я надеюсь, она до меня не добьет. Вон, Варе там уже скучно, пойду. Сейчас вот это засниму. Просто очень красиво волны разбивались о камни. Вон идет волна. Все, выбираюсь отсюда. Или не выбираюсь? Помогите. Все, бегу. Прям вот аж вот это все заливало, на которой я стоял. Снежок опять пошел. Снежок, говорю, пошел. Ты как тут? Нормалек? Волновалась? Да. Понял. Больше так не буду. Пойдем. Снег. Снег идет. Когда папа вернулся, сразу что-то идет. Под нами бушует море. И посмотрите, какие волны. Просто что-то невероятное. Да, давай смотреть, какая там бежит. О! Еще одна. Обалденно. Просто обалденно. Вот она. Охотники за волнами.
Пойдем выше поднимемся. Давай. До суда не достанет. Вот, смотри, бежит, 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 бежит волна. Варюха, конечно, в шоке. Что могу сказать? Офигенная погода, конечно, идет снег. Я повторяю, в Грузии идет снег 13 января. Офигенный шторм, море под нами бушует. Вот это вот, да, мы чувствуем под собой всю дрожь. Это землетрясение. Землетрясение, да, которое происходит. Обалденно. Да, и у меня снежинки на всем. Вон они опять, смотри. Разошлось опять море. И мы, да, и мы... отправляемся домой, но вам показали всю вот эту мощь. Вау. Вот она пошла. Обалденное просто. Непередаваемое ощущение. У нас у всех замерзли руки, носы текут. Но красота, стихии необыкновенные. Вон тоже люди пришли посмотреть на море. С ребенком, кстати, тоже. Все, на этом прощаемся. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока!